это канал «Стройгарант Анапа». Сегодня мы во Встречном, это поселок Стрелка. Друзья, и очень много домов в свободной продаже еще есть. Это предложение только для вас. Сегодня расскажем об одном из них, он вам обязательно понравится. Это проект предчистовой отделки. Цена, сразу скажем, не грандиозная. Досмотрите ролик до конца, цена будет указана на экране и обязательно позвоните нам. Идем на экскурсию. Дом 60 квадратов, по периметру впереди, по фасадной стороне отделан металлопрофилем, друзья. Отсыпанный подход к калитке, подъезд к воротам, все прекрасно открывается. На территорию дома уже подходит электричество 15 киловатт, есть, конечно же, водопровод, есть индивидуальный септик, друзья, и к границам участков во Встречном уже проведен газ. Идемте дальше по территории, дальше будет еще интереснее. Данный проект тоже уют, без террасы, 60 квадратов, напомню. Дом отделан штукатуркой Баумит, универсальной штукатуркой. Крыльцо уже выложено керамогранитом. Смотрите, есть задержатель для двери, чтобы она не билась и не портила эту красивую, шикарную штукатурку. Крыша – это металлочерепица. По углам всего дома есть водостоки, водосборы. И на крыше, обратите внимание, есть снегозадержатели, потому что снег два раза в год у нас точно бывает. Но наверняка они по каким-то нормативам строительным обязательно необходимы. По периметру дома отлита широкая отмостка, это практически прогулочная дорожка, по ней можно прогуливаться вокруг вашего дома, наблюдать за своим садом, друзья. Здесь мы видим крыльцо, напоминаем, проект уют, без террасы, но с замечательным крыльцом, на которое можно попасть из кухни-гостиной. Но все-таки мы зайдем в дом с основного крыльца, мы вас приглашаем. Друзья, нам повезло. Экскурсию по дому поможет нам сделать Галина Ивановна, инженер Встречного. Галина Ивановна, подскажите, пожалуйста, в данный момент дом в предчистовой отделке, да? Правильно? То есть это еще нет пола, нет дверей. В процессе работы потолок, да? Натяжные потолки. Натяжные потолки. Но скажите, какие работы уже выполнены на этом этапе? На этом этапе положили кафель в ванной. Частично, да? Частично, ага. Да, в ванной комнате полностью положенный, здесь в прихожей комнате и в кухне положенный. Угу. Стены отштукатурены, да? Вот, да, они уже готовы под поклейку обоев. Ага. Да. Идеально ровные, прям такая ровная поверхность. Проложена проводка, да? Вот почему вот, так, вот щитка так много? Идет полностью разводка по всему дому. По всему дому, то есть каждый провод идет, в каждой комнате, в каждую, да? Комнату, на кухню идет более силовой кабель проходит, потому что там будут вся бытовая техника, угу, практически находиться, там же будет установлен электрокотел. Угу. Все, все здорово. То есть проводка есть. Да. Подскажите, это что? Это люк. Лестница опускается на второй этаж. На второй? Не на второй этаж, а на крышу. Можно. Но там подняться. Достаточно объемное помещение, да, по, да, территории всего, да, дома. Всего на дома. Все 60 квадратов. Да. Сколько комнат в этом доме? Здесь две спальни, ванная комната. И здесь находится кухня-гостиная. Угу. Кухня-гостиная. Вы, да, сказали, уже положена плитка. Да. Это зона кухни, получается. Это зона кухни. А в зоне гостиной будет находиться диван, что поставить, ага, телевизор, диван, все, что заходит. Для отдыха. А, да, пол будет в ламинате. В ламинате. Угу. Очень просторная гостиная, она получается с видом на свой участок, да, да? На свой сад-огород. Очень классно. Скажите, ну вот я смотрю, система теплый пол уже выведена, а котел еще не установлен. Нет, нет, еще пока не установлен. Он тоже будет подключен к системе пока под электричество? Под электричество, да, а потом уже будут подводить газ. В процессе газификации, да, он будет, да, это, да, легко, это несложно? Это несложно, там монтаж просто меняется, по монтажу она меняется, и подключают газовый котел. Все? Угу. Две спальни.
просторные, 11 с лишним квадратов, да, с видом на калитку, на свой садик впереди. Что здесь уже сделано? Ну, потолков тоже еще нет, проводка проведена, под натяжные, да? Да, под натяжные потолки уже проведено все, осталось только натянуть натяжные потолки. И электричество проведено, все, и под обои, и под ламинат. В каждой комнате есть розетка для кондиционера, правильно? Есть. Под потолком, да, потому что да, как-то да, там вешается. Да. Откосы тоже будут отделаны, да? Да. Здесь да. еще гипсокартон. Они утеплены сейчас на данный момент. А когда уже зайдут отделочники, они будут его на чистовую выводить. Ага. В данный момент утепление на утепление откосах, стоит, да? Санузел полностью готов, только осталось натянуть натяжной потолок. Ага. Плитка уже выложена, выложена, да? Полностью, да. С декоративной золоченой вставкой. Вот это будет самое красивое место, наверное. Здесь для чего может быть электричество? Здесь... А, раковина, да? Освещение под, да, под над раковину. Зеркалом. Там для унитаза выведено. Здесь под душевую кабинку, либо под ванну. Полностью проведено все. Здесь также розетки. Можно с этой стороны ставить стиральную машинку. И принудительная вентиляция здесь обязательно, здесь, да? Здесь, да, вентиляция обязательно. Мало того, что есть окно, можно проветривать, еще и принудительная вентиляция. Традиционно во всех проектах 4 точечных светильника, и здесь я вижу выходы тоже под 4 точечных светильника, да? Будет очень светло. Очень классная плитка, люблю эти расцветки, универсальные, мне кажется, к любой сантехнике подходят. Галина Ивановна, скажите, то есть по вопросу продажи этого дома люди могут к нам обращаться, конечно, да? Конечно, дом будет в свободной продаже. Дом в свободной продаже, именно на этапе при чистовой отделке, да, можно его купить, да, цена будет наверняка ниже. Итак, друзья, цену мы укажем на экране, обязательно досмотрите до конца. Галина Ивановна, спасибо большое, удачи вам, классные вы строите дома, я думаю, что есть чем гордиться. Спасибо. Проект для вас, друзья, дом по цене квартиры, а цена уже указана на экране. Обязательно позвоните нам, она меняется каждый день. Успевайте, друзья. Стройгарант Анапа, у нас всегда хорошие новости.